Чому ж ЖБК потрібно реорганізувати в ОСББ? Наш дом был жилищно-строительный кооператив. Фактически к 2016 году, когда начались вот такие изменения в законодательстве, где и кооперативы, и дома, которые находились в управлении ЖЭКами, должны были определиться с формой управления домом, была организована в начале 2016 года инициативная группа, которая начала работу по проведению собрания по организации ОСББ. В 2014 году я была избрана председателем правления. Обратила внимание полное несоответствие к действующему законодательству документов, в частности устава. Сейчас у нас конкретно два профильных закона. Один 417 о наших совладельцах, которые должны выбрать форму управления. Вот. И среди форм управления не было никакого ЖСК. Як реорганізувати ЖБК в ОСББ? Самое первое, что нужно сделать, это нужно провести собрание членов кооператива, где члены ЖСК должны определиться, какой путь организации ОСББ они выбирают. Регистрация ОСББ путем реорганизации, мне кажется, оптимальный вариант для ЖСК, потому что код ЕДРПО остается тот же. То есть фактически всех поставщиков услуг мы только уведомили, что мы назывались раньше так, были такие реквизиты, сейчас мы называемся так, реквизиты поменялись, то есть расчетный счет и банк поменялся, но код ЕДРПО остается тот же самый, то есть вообще никаких проблем не было. Мы провели собрание, на котором мы сделали протокол ликвидации ЖСК путем реорганизации в ОСМД и назвали его «Чарівний світанок». И тем же днем у нас был сразу протокол учредительного собрания нашего ОСМД и принимали его устав. Это лучший путь, когда сохраняются все обязательства и нашего дома перед контрагентами, у контрагентов к нам. И наши должники остаются нам по наследству, то есть ничего им не списывается. Какие результаты дает реорганизация ЖБК в ОСББ? Закон про ОСББ, он более структурирован, он более прописан четко и достаточно понятным языком. И даже пенсионеры сейчас у нас вникают, как мы делаем, отчеты проводятся. Есть у нас в городе несколько программ по софинансированию. В этом году мы по программе софинансирования прошли по конкурсу. Проводим работы в этом году по замене кабелей по стоякам. Участвовали в конкурсах, в городских. Проект реализовывали и с тренажерной площадкой, и с мини-футбольным полем, и с обустройством наших клумб перед подъездами, и с раздельным вторсырьем. Мы заменили на энергоэффективные окна старые корявые деревянные с щелями. Мы поменяли освещение на экономное. Сделали ремонт во всех четырех подъездах. Мы смогли внедрить проект по установке пандуса, электроподъемника. Нам было проще потом уже, когда мы стали именно ОСМД, участвовать во всех программах. Вот что сейчас грозит многим ЖСК, не смогут они сотрудничать с фондом энергоэффективности. То есть там четко прописано под ОСББ. Отже, для реорганізації ЖБК в ОСББ необхідно провести загальні збори кооперативу та прийняти рішення про його реорганізацію. Провести установчі збори ОСББ. Подати документи з обох зборів державному реєстратору.